Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать диетический, можно сказать, энергетический такой смузи. Можно использовать его на завтрак. Очень будет полезно. Итак, мы будем использовать миндальное молоко. Можно также использовать овсяный напиток. У нас тоже есть. Также будем льняные семечки, грецкий орех, семена подсолнечника, клубничка и банан. И сейчас мы все это в наш блендер и начнем молотить. Итак, мы засыпаем грецкие орехи. Это засыпем. Так. Сейчас мы почистим банан. Одну минутку. Так, засыпали клубничку. Бананчик. Перемолим и добавим молочка. Так, добавляем молочка, чтобы у нас процесс пошел побыстрее. Так, немножко добавили. Вот у нас такое миндалевое молоко. Включаем. Итак, мы взбили. Наливаем. Вставляем трубочки. Наш смузи готов. Вот такой. Так что всем рекомендую. Очень вкусный. Давайте, ребята, счастливо!